Здравствуйте, дорогие девочки! Меня зовут Юля, и вы на канале о вязании, которое называется «Все в мире связано». Сегодня расскажу вам немножко информации по моим процессам, как они у меня продвигаются и что мне пришлось распустить. Если вам интересно это видео, оставайтесь со мной, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Возле подписаться нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, девчонки, что хочу вам рассказать. У нас пошел снег. Первый наш снег, но он надолго не задержался, так как плюсовая температура прогнала его. И мне пришлось вязать, потому что на улице до сих пор не очень приятная погода. Но солнышко светит, немножко греет. У нас прошла фотосессия с моей дочкой. И солнышко, конечно, помешало сделать ее удачной, но постаралась найти такой уголочек, на котором фотографии более-менее получились удачные. Отсняла мастер-класс по своему кардигану. Фотографию вам покажу, как он смотрится на моей дочке, чтобы вы видели, какой получился результат. И надеюсь, у вас появится желание связать его для своих деток или, может, для себя. Если вы рассчитаете, под себя расчеты сделайте. Вот так, девчонки. Перед вами находится платье. Очень красивая, с ажурной кокеткой, которую я вязала для своей старшей дочки на возраст от 8 до 9 лет. Оно шикарное. Кокетка классная. Хотя она смотрится что такая сложная, зрительно, вот сейчас, что много-много узоров. Вот, но она того стоит. Когда ребенок одевает, вот сразу меняется взгляд. Ну, вообще, я довольна своей работой. Не знаю, как у меня пойдет низ, так как мне пришлось его распустить. Также девчонки просили меня оставить схему узора. Я всегда рада для вас стараться, поэтому вот здесь на экране сейчас появится картинка с узором. Сделайте себе скриншот. Также этот узор будет у меня на канале в Телеграме. Ссылочка внизу. В описании. Переходите, подписывайтесь на мой канал Телеграма. Что хочу вам рассказать. У меня здесь вот такой немножко экспресс-мастер-класс. Ну, как я его вязала, может кто-то захочет связать, уже начать его вязать, не знаю. Вообще планирую экспресс-мастер-класс делать, но там посмотрим, как у нас карта ляжет, как говорится. Итак, девчонки, если не ошибаюсь, у Дианы объем головы 53 сантиметра. В общем, мне нужно было набрать 90 петель. Вот я набрала 90 петель, провязала платочной вязкой. Так, это я вам показываю спинку. Пусть будет спинка. Росток, сразу оговорюсь, я не вязала. Если вы захотите, то свяжете. Но, так как горловина, она идет не резинкой и сама по себе немного широкая. Если бы я еще вязала росток, то шея ушла бы еще вниз. Я этого не хотела. Я хотела, чтобы оно было элегантное, красивое, поэтому росток не вывязывала принципиально. Вы, если захотите, можете связать росток. Итак, в рапорте этого узора идет 9 петель. Набирала я 90 петель. Потом, когда я провязала, смотрите, сколько у меня вышло в высоту. Это ажурная кокетка. Так. 21 сантиметр. Она такая, ну, идет на грудную клетку. Она довольно высокая, но красивая. У меня на спицах осталось 320 петель. То есть от 9 один раппорт этого узора увеличился до 32 петель. Так как у меня 10 раппортов, то вышло 320 петель. Два раппорта я отвела на рукава по 2. То есть 4 раппорта ушло, и по 3 раппорта ушло на спинку и перед. Но все знают, если мы вяжем ажурное полотно, оно идет намного шире, нежели мы бы вязали лицевой гладью из-за того, что идут накиды. Но, девочки, у меня произошла другая ситуация. Я, конечно, на это очень сильно надеялась и думала, что если я буду вязать лицевой гладью, то у меня будет, конечно, ну, платье ровное и немножко даже уже, нежели кокетка. Что произошло? Из-за того, что здесь вот такие узоры, есть ложная коса, ну, здесь шишечки, то есть все очень красиво, ну, по-богатому смотрится. Мне одна подписчица написала, вот именно, вот смотрите, покажу вам. Оно стягивается, хотя узор ажурный идет, но
полотно стягивает даже очень хорошо. И поэтому, когда я вязала 6 рапортов в ширину, да, это 192 петли. Я уже извязала один моток. Кстати, на кокетку у меня ушло больше одного мотка, чтобы вы знали. Кстати, забыла вам сказать, вяжу из пряжи Ланоса Бонита в 100 граммах 300 метров. Но она не тоненькая, похожа на составом и по плотности вязания похожа на Lana Gold Classic. На спицах вяжу 4. Вот такие у меня классные спицы есть. Номер 4. И я когда уже начала, я извязала уже второй моточек полностью, уже приступила к третьему моточку, уже довязывала почти третий моточек. Начала понимать, что у меня идет платье бочонком, то есть не вот так, как оно сейчас более-менее, а вот так. И я понимаю, что в это платье могу и я влезть. И до меня дошло, что нужно убавлять петли. Как вы видите, я отделила ажурную кокетку от лицевой глади вот такой платочной вязкой. Два рядочка провязала. Провязала один рядок платочной вязкой, ну, изнаночный ряд, потом лицевой ряд. И во втором изнаночном ряде я сделала убавки. Я убавила 40 петель. То есть у меня 192 петли было, когда вязала вот этот ряд изнаночный лицевой. Потом, когда я убавила в последнем изнаночном ряде, у меня стало 152 петли. И потом стала продолжать лицевой гладью вязать. Сейчас мне результат намного больше нравится. Да, ажурная кокетка, она идет пообъемней. Но здесь и узор, конечно, позволяет ей быть объемней. Что у меня еще за идея появилась? Я хочу рукава перейти не на лицевую гладь вязать, а хочу связать тем же узором. Делать те же прибавки. И рукава будут у меня 3/4. И они будут широкие, как ну, фонари или что, ну не знаю, как называется, но рукав будет широкий, я надеюсь. Потому что я буду только прибавлять, а уже в конце, когда за локтевой сустав рукав уйдет, тогда где-то перед резинкой ну, сделаю ряд убавок и дойду до нужной мне ширины рукава. То есть в одном ряду я только буду делать убавки. До этого ряда рукав будет широкий. Я надеюсь, это будет классно. Думаю, что пряжи мне, в принципе, хватит. Так как, смотрите, вот на это все у меня ушло 2 мотка. Это почти что полплатья. На рукава мне хватит одного. То есть у меня еще 2 мотка есть в запасе для того, чтобы провязать длину платья. Думаю, в принципе, что на рукава одного мотка будет достаточно. Не нужно будет докуплять, так что я довольна. Вот так это все выглядит. Если, девчонки, вы, посмотрев узор, вам будет он сложный, тоже, пожалуйста, пишите мне в комментарии, что вам сложно его связать. Тогда я выделю время и свяжем мы его с вами вместе, потому что ажурная кокетка отличная. Мне очень понравилось. И у нас, кто не вязал ажурные кокетки, то в самом узоре идут прибавки, и с помощью этих прибавок у нас увеличивается количество петель, и нам хватает их и на рукава, и на спинку спереда. Так, то есть у нас регланные линии отдельно не вяжутся, прибавки делаются в самом узоре. Вот так. Ну, в принципе, все. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я на все стараюсь отвечать. Если я не отвечаю письменно, то отвечаю в видео, это обязательно. Так, лицевая гладь, в принципе, выходит ровненькая, все хорошо, но на эту пряжу очень все цепляется. Здесь 49% шерсти и 51% акрила. Это у меня будет перед. Еще напомню, что росток я не вязала. Вот, отделила рукавчики. Здесь я потом подниму петли и потом же их убавлю, или они у меня будут на изнанке. Здесь, в принципе, позволяет узор вязать изнаночные петли. Вот так, девчонки. Все классно, все мне нравится.
Но пришлось немало, конечно, работы распустить. Это я извязала один моток, и уже ну, почти что два мотка я провязала, нужно было это все распускать. Ну, вот смотрите, лицевой гладью вязать очень быстро. И раньше удивлялась, почему блогеры вязальные много, кто вяжет только лицевой гладью, то есть такие простые модели. А девочки, для того, чтобы больше вам навязать и показать на видео. Так как когда вы вяжете узором, это много занимает времени. Не так часто есть материал, который можно снять и показать подписчикам, зрителям. А когда вяжешь лицевой гладью, это очень быстро. Вот это где-то я провязала за утро. Сколько вот провязала? Это не за целый день. Не знаю. За часа три. Ну, конечно, может кто-то скажет, что это очень медленно, но для меня это нормально. Так, смотрите. Ну, почти что 20 сантиметров. Я думаю, если постараться, то можно платье за сегодня, завтра и закончить. Вот так. Много времени, конечно, заняла вот эта ажурная кокетка. Так, что вам еще хотела показать, девчонки? Вот вяжу. Так, это я уберу. Худи. Уже начала вязать рукав. Это, конечно, капля в море, но были свои дела. Больше отдавала времени платью. Потому что для меня сейчас этот процесс наиболее интересен. Вот уже начала вязать рукавчики. Вяжу на круговых спицах. Это Symphonia Wood. Вот такие укороченные. Очень удобно. Но когда уже буду начинать делать убавки, будет не очень удобно вязать. Тогда тросик возьму побольше. Потому что это вроде бы 40 сантиметров. Не помню. Так, и вот хочу вам показать, как я подняла петли на подрезы. Вот. Вот так это все смотрится. То есть аккуратно, красиво. И у меня есть тоже мастер-класс по подрезам, как их делать. Вот здесь будет ссылочка, переходите, смотрите. И это очень удобно. Но я же не заставляю. Это мой способ, который подходит лично мне. Если же вас это не устраивает, и вы вяжете по-другому, то это ваше мнение и только ваше удобство. Я никак ничего не навязываю. Вот так, девчонки. В принципе, еще раз напомню, много раз говорила, что мастер-класс по данной горловине, подробный мастер-класс есть у меня на канале. Тоже здесь будет по подсказке. Переходите и вяжите вот такую горловину, вяжите худи, пока они в моде. Потому что много что выходит с моды. Вот, например, слышала, говорили, что уже вышли с моды снуды. Это антитренд. И поэтому, не знаю, сейчас, конечно, уже снуды не вяжу, больше платки, палантины, поэтому мне как-то все равно. Ну, я, в принципе, снуд ношу, мне все равно. Я живу в селе, тут, наверное, никто в моде, в принципе, не разбирается. Вот так, девчонки. Так что вот такое короткое видео, болталка. Пишите ваши вопросы, любые, которые у вас есть, отвечу в следующем видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой инстаграм. Вот здесь будет ссылочка на него, не ссылочка, а название инстаграма. И также ссылочка будет в описании под видео. Желаю вам вдохновения, всего самого наилучшего. И помните, что все в мире связано. Пока-пока!